Друзья, приветствую! Я сегодня хотел поговорить про редакцию «Новой газеты», главным редактором которой является Дмитрий Муратов. Здравствуйте! Здравствуйте! Хочу признать его самым лучшим и достойнейшим человеком нашей страны, а может быть и мира. Почему? Почему я так считаю? Человек, который готов пойти против силовой республики, какой является на сегодняшний день Чеченская республика. Рамзан Ахматович Кадыров посредством полка имени Кадырова обратился со своеобразным посланием в Ютубе. Кстати, хорошо и стильно снятым. Дроны летают. Только что рассказывали об этом. Великолепная экипировка, ратник последнего образца. Ну, красиво же было. Да, да, очень эффектно. То есть эстетически. Да, мне тоже, дроны красивые. Мне тоже эстетически очень понравилось. Да. Мы, бойцы полка имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, обращаемся к Верховному Главнокомандующему. Уважаемый Владимир Владимирович. Против огромного количества силовиков, против того количества насилия, которое они производят. В Чеченской Республике 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава. Надо являться достаточно умным, сильным, уверенным в себе, мужественным человеком, каким и является Дмитрий Муратов. Все это интерпретировали, как угрозу, видимо, как то, что кто-то готов выстрелить и сесть, да, или там каким-то иным способом заставить замолчать «Новую газету». И все его сотрудники «Новой газеты», такие как Елена Милашина. О том, что были задержания в январе, и часть задержанных была убита. Выражаю искреннюю свою благодарность за то дело, которое они делают, рассказывая о том, что происходит на данной территории. Выложенные перед строем снайперские винтовки, которые что-то, видимо, символизировали, да, они сейчас отложены в сторону. Господин Кадыров сказал, что готов идти в суд, если мы подадим иск. Мы говорим, что мы готовы идти в суд, если господин Кадыров выполнит кремлевскую рекомендацию и подаст на нас в суд. Да. Помимо их работы в «Новой газете», есть же еще огромное количество добрых дел, связанных с детьми. Так называемая спинраза – самое дорогостоящее лекарство на нашей планете. Один укол, который стоит мне миллионы долларов. Всем миром собирали на два самых дорогих в мире лекарства по детям со спинальной мышечной атрофией, смайликом. Одно лекарство, которое нужно раз вколоть Золгенсма, оно стоит 2,1 миллиона долларов. Спинраза, одна инъекция стоит 125 тысяч долларов, но их нужно несколько в год и пожизненно. Собрать эти деньги, договориться со многими людьми, с властями, с государствами о том, чтобы найти такие огромные деньги, это вызывает огромное чувство благодарности и восхищения этим человеком. Дмитрий Муратов – герой нашего времени. Это сложно себе представить. Вот это напряжение, в котором были наши сотрудники, Лиза Кирпанова, которая основная вела эту тему, когда нужно было, вот умирает ребенок, и вот мы понимаем, что осталось несколько дней, это же перегонки со смертью, и вот нужно сейчас вколоть, а денег нет. Давайте, друзья, поставим лайк в этот раз не мне, а именно Дмитрию Муратову и его журналистам. Они заслужили нашу поддержку, нашу уверенность в том, что Россия будет свободной, Россия будет счастливой. До новых встреч, друзья. Меня зовут Дмитрий Козин. До новых встреч.